Добрейшего утра, уважаемые друзья! Несмотря на то, что календарное лето закончилось, климатическое продолжается. И сентябрь, особенно в первой половине, порадует нас теплыми и комфортными днями. В первую неделю осени нас ожидает теплая и комфортная погода. Ее будет определять поле повышенного атмосферного давления, на фоне которого будут проходить малоактивные атмосферные фронты. Прогнозируется облачно с прояснениями погода. В отдельных районах ожидаются кратковременные грозовые дожди. В ночные и утренние часы будут сгущаться непродолжительный туман. Преобладающая температура воздуха на этой неделе ожидается ночью плюс 10-16, в низких местах на торфяниках Полесья плюс 5-7. А днем ожидается вполне теплая погода плюс 21-27. Поэтому продолжаем радоваться лету, и сентябрь нам еще подарит много теплых деньков. Желаю продуктивной рабочей недели, удачи и берегите себя!